что, дорогие друзья, давайте отправляться на финальный аккорд на вулкан. В принципе, мы готовы. Все, что можно, я собрал. Давайте сейчас отправляться до покупки. Возьмем вертолет, чтобы это было побыстрее. И вперед. Взяли вон чувака, задавили, блин, дебилы эти. Гринго. Так, братан, сколько у тебя стоит вертолет? Здорово. Кого я вижу? Рад приветствовать вас у себя. Мое безусловно. Скромное торговое предприятие всегда к вашим услугам. Угу. Что вы... За 15 тысяч? Спасибо. От души, брат. Ну, вперед. На вертолете будет куда быстрее. Так, что-то какая-то высота у него маленькая, больно. Если честно, что он выше-то не поднимается? В смысле? Я что-то не понял. Набор высоты Q. Так почему он так слабо? Я не пойму ни хрена. Что за дела-то? О! Какая-то высота у него маленькая. Мне так кажется, что у него высота такая маленькая. Так-то вот если лететь вот сейчас вот, то это высоко достаточно. 7 километров этих. Хотя вертолетец-то не очень-то и... высокий, если честно. На машине, наверное, быстрее было бы. Хотя на машине как-то вообще заедешь. Говорит, не стреляй, а свой, да?
Ну, короче, попасть-то можно, да, вот она, дорожка. Нет, скорее всего, туда есть дорога, по-любому. На машине можно было быстрее доехать. Центральная, вижу вражеский вертолет в квадрате АВ-10. Начинаю атаку. Вот тебе и вертолет, блин. Ну, он беспонтовый какой-то. Вот что-то как-то высоту набирает слабо. За 15 рублей частный вертолетик, но какой-то он маленький. Военный вертолет был бы куда интересней. Сейчас начнется веселье. Так, это у меня есть. Патронов хватает. Чтобы попасть туда. Если они идут по этой дороге, значит, это правильная дорога к охраняемому объекту. Ладно, давайте тоже шприцы будем забирать, потому что я не знаю, что меня ждет в конце и чем я буду лечиться. Да, на машине было бы куда интереснее и быстрее. Я почему-то решил, что это вертолет будет. Зенитка стоит. Отлично, да? Себе. Пока дойдешь. Ну смотри, тут стоит тотем. Тотемчик стоит.
ХПП, что ли? Красава. Арена натурального юнца. Вулкан Лос Толбачико. Толбачико? Неправильно, конечно, прочитал. Аврия, правильно, да? Бутылка воды. Пирожок. Канистра. Понятно. Интересно, КПП никого нету. Попадают, я вообще не понимаю, с такой дистанции просто. Профессионалы просто, убийцы прям. Будем под конец наркоманить, да? Криворучка. Сила, сила, брат. Вперед. Дойдешь до него, блин. Бомжи какие-то, ни хера нету вообще ничего, блин. Ни еды, блин, ни патронов. Хотя патроны, конечно, есть к их там АКшникам.
Угу. Ну и... Тут у вас так химические отходы какие-то. Че, нихера нет, что ли, интересного? Тоже мне герои. Граната, дробовики, всякая херня, блин, а. Открывай. Коробки, блин. Хоть даже оружия никакого нету. Вообще, как живете здесь, а? Ребята. Ну а как? Хрен его знает, что тут меня ждет. Ну-ка. Просто тупо гараж. Я-то думал. Неинтересно. Так, ладно, окей. Давай думать дальше. Что мы можем предпринять? Угу. Смотри-ка, этих брониках вон. Ребятулечки-то вон. Хотя нет, не броники, что-то непонятное. Вот так вот, да? А там второй рычаг, это что? Опустить, наверное? Интересно, как мне ее открыть?
Ракеты, что ли? Да вряд ли, наверное. Нет. И как ее открыть? Что-то я не понял, да? Нет, так это же вот. Ну это... Ё-моё, а чё она до этого-то не открывалась? Так, ладно. Вот они, кенты сидят уже. Сам ты, сука. Ключ сектора А. Ага. Дальше что? Интересно. Это типа я, что ли, да? Угу. Дверь стальная, двухстворчатая. Ясно? Ага, вот он ты где, да? Ну что, ты сдох, нет? На шприцах, да? Я думаю, что нам наверх точно не надо. Опа. Бронежилет пойдет. Так, и что? Понятно. Давай обратно. Thank you.
Да. Так, пока сюда не пойдем, давайте сюда сходим. Что тут у вас? Ага, меч какой-то. Опа. На. А почему тут мирные жители? С какого перепуга? Они нихера не мирные. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Начальник охраны. А ты чё, две карточки на сектора Б? Типа так, чтобы было, да? Ладно, пошли дальше. Переключатель дверей. Так. Здорово. Есть кто? Так, подожди. И чё, чё от меня хотят-то здесь? Так, погоди. А внизу ничего нет, да? Или что-то есть? We'll be right back.
Да. Двадцаточку, да? Так. Бомжатники, а? Ничего нету у них. Салюта вообще ни хрена нету. РПГ это, блин, отстрелять. И не таскать его, блин. Нахер оно нужно? Или оставить одно, мало ли что будет. На всякий случай, да? Я уже концовку-то и не помню. Что-то там надо реакторы, по-моему, взорвать какие-то. Такс. Ну. Где этот подонок? Да здесь, я здесь. Да иду. Коробки. Что за коробки? Хоть патроны бы что ли были. Ведь нифига же нету. Он где-то здесь. Безусловно. Я как понимаю, тут опыта не только над Лизой ставили, да? Вот мирные жители. Дверь запечатана. Значит, надо ключ. Чё, ключа нет, что ли? Я не могу их освободить, да? Одни шприцы. Я потерял его. Молодец. Ну, здорово. Чёрные бушлаты, да? Ух ты, держи. Ну, патронов, конечно, надо немерено, чтобы поубивать.
Лучше вот так вот пока. Так, я думаю, куда безопаснее и эффективнее, чем патроны тратить. Ни хрена не видно, зато он теперь спокойно вспаривает, да? Я его просто не вижу этого черта, а. А укола не боюсь. Если надо, уколюсь. Да, если надо, уколюсь. Пошел ты. Эй, Гринго, иди к нам. Я укола не боюсь, если надо, уколюсь, да? Долгая тема, да? Походу здесь-то и производится на весь героин там, или чё это? Да. Сдавайся!
пошел ты. Делать мне нехрен. Куда эти дураки стрелять, я вообще не понимаю. Выходи, подлый трус! Ты я, что ли? Больной. Мне такого бояться-то. Меня другой интересует. Угу. Страйк. Я укола не боюсь, если надо, уколюсь. О, реактор. А, сюда надо пойти красный кодовый замок. Так что давайте его пока найдем. Куда он пропал? Да я здесь, ребята, не переживайте. Попробуй. Можешь попробовать. Я тебя прикончу, сукин сын. Давай, 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 давай. Не понял. Доктор? Здравствуйте. Не убивайте меня! Я ни в чем не виноват! Эй, Гринго! Че ты орешь-то, а? Она красная карточка, да, которая мне и нужна. Ну да, база, конечно, здоровенная, это еще только начало. Товарищи, да? И? А, ну внизу-то я был, по-моему. Да. Значит, все правильно. Значит, все правильно. Так, а что у меня по поводу этих патронов-то, кстати?
брата покурить, может? Или он не курит? Наверное, не курит. Что это было? Да тебе не надо меня видеть. Я его не вижу. Сол Майерс? Слава богу. Судя по трупам за вашей спиной, это действительно вы. Лиза была уверена, что вы сможете пробиться даже сюда. Не трогайте ее. Это может ей повредить. Проходит модульное сканирование биоритмов. Что? Ну... Как вам это объяснить? Пока сканирование не закончится, Лизу нельзя отключать от аппаратуры. Это может ее убить. Сколько до конца процедуры? Сейчас я вам скажу точно. До конца процедуры осталось трое суток, 11 часов и 17 минут. Видите ли, процедуру нельзя прервать ввиду наличия чрезвычайно сильного электромагнитного излучения модульного генератора Теслы. Это огромная башня, установленная в кратере. Ее излучение искривляет само пространство идей таким образом, что появляется возможность контролировать мысли человека. А следовательно, можно и управлять его действиями. К счастью, у нас есть один выход. Я все продумал. Если генератор прекратит свою работу, ваша дочь придет в себя, и вы сможете забрать ее отсюда. Да и влияние на людей полностью прекратится. Даже так? Однако вывести ее из строя очень-очень непросто. Это огромная железобетонная конструкция. Ее удерживают 8 штанг с гидравлическим приводом. Она построена с огромным запасом прочности. Да. Наш единственный шанс — взорвать все 8 креплений, тогда она рухнет. По крайней мере, я на это очень надеюсь. Правда, мне кажется, что пробиться туда нереально даже для вас, Майерс. Попробуем. Возле башни находятся казармы элитных бойцов Каруджо. Там дежурят те, кто служит за деньги, а не контролируются излучением башни. Возле выхода в кратер находится арсенал. Думаю, там вы найдете все, что душа пожелает. Отлично. Пусть это вас не волнует, док. Охрана – это моя забота. Где вот у это, вас тут можно вот раздобыть взрывчатку помощнее? Там будет вооружение. Вот это я прям очень хочу видеть. Возле выхода в кратер находится арсенал. Думаю, там вы найдете все, что душа пожелает. Коридор за этой дверью ведет прямиком к башне. И удачи вам. Не волнуйтесь, док. Все будет в ажуре. Подготовьте Лизу, скоро нам всем придется уносить отсюда ноги. Это хорошо. Эй, Гринго, иди к нам! Нифига. Да... Компрессор взорвать надо будет, да? Вот это мы точно берем. Не зря столько ракет дают. Кстати, патронов-то нифига нет.
Я думаю, что ракету не просто так дают. Потому что до компрессора, скорее всего, нельзя будет добраться по этим, ну, стандартным способам. Как мне кажется. Таблеточник. Я укола не боюсь, если надо, укалюсь. Ну, здравствуй, Майерс. А, я давно тебя жду. Я тоже тебя рад. Подожди еще немного, и будешь не рад, что дождался. Зачем ты полез в это дело, Майерс? Захотелось поиграть в супергероя? Тебе не кажется, что ты немного заигрался? Ты не знаешь, что даже супергероям не рекомендуется перегибать палку? Это их выбор, могут поступить в институт. Что ты понимаешь, герой? Противостоять мне? А зачем? Посмотри на эту страну. Наркотики, война, бандитизм. Дети умирают с голоду. Те, кто доживает до 15 лет, берут автомат и идут стрелять друг в друга. Это их выбор. Могут поступить в институт? Чёрта с два. Ни хрена они не могут. Учиться могут только те, у кого есть деньги. А 90% вынуждены воевать. И в этом виноваты такие страны, как твоя, Гринго. Это вы покупаете у нас кокаин и одновременно заставляете воевать за него. С такими воззрениями тебе самая дорога в герилью. Ни хрена твоя герилья не решит. Человек как был скотиной, так и останется. Хоть под красным флагом, хоть под зеленым, хоть под звездно-полосатым. Ему необходимо принуждение. Представь себе, Гринго. Массовое принуждение на помощь ближнему. Ты понимаешь, Гринго? Я хотел дать людям мир. Мир! На территорию, которую контролировала бы моя антенна, не было бы ни преступности, ни войн, ни агрессии. Только мир. Угу. Мир и счастье. Ну вот что ты хочешь, что ж, да? Твои люди так долго пытались убить меня, а? Миротворец засраный! Я не мог позволить одному идиоту помешать мне. Твоя жизнь или смерть – ничто по сравнению с миром на моей земле. Вижу, что ты несешь бред, но даже не буду с тобой спорить. Видишь ли, Каруджо, ты сделал одну огромную ошибку. Тебе просто не надо было трогать Лизу. Теперь пеняй на себя. Ты понял? Ты все равно опоздал, Майерс. Через 5 минут антенна заработает в полную силу, и твой чип тебе не поможет. Возможно, я даже сделаю тебя начальником своей охраны. А вот это мы еще посмотрим. Ну, прям киллер. Все, пошла жара. Ясно. Вообще.
Да все понятно, давай. Рассыпался. Ой, блин. Ну что, Лиза, поняла теперь, что всегда надо слушаться отца. Послушалась бы, сидела бы сейчас в дамском журнальчике, сочиняла бы статейки про кто как красить ногти. Да, да. Теперь-то отцовские советы мимо ушей не пропустишь? Нет, нет. Пап. А. Я вообще, наверное, брошу журналистику. Мне как раз перед поездкой сюда другую работу предлагали. Гораздо лучше. А что за работа-то? Самая благородная, врач. Месяц подготовки и начну с ассистента, а там посмотрим. Ну, ехать, правда, далековато. Ну и куда? В Непал. У них в Непале с медициной трудно, а Красный Крест... Лиза? Да, пап? Давай с тобой об этом дома поговорим. Хорошо, пап. Вот и все. Заканчивается наша история с Сола Майерса и его прекрасной дочерью Лизы в игре Xenus. Кипение. Ну что, ребята, всем спасибо, всем удачи.